俄罗斯首开先例，打造全球第一部在太空实景拍摄的电影，4月20号将在俄罗斯国内上映。电影描述一位医师到国际太空站拯救受伤的太空人。俄罗斯剧组在2021年10月份登上了国际太空站，在真实太空人的帮助之下拍摄了12天，但是观众对于太空实景拍摄买不买账，就要看票房表现了。又是一部太空题材电影，但这次很不一样，画面场景不在摄影棚，也不是电脑特效，而是剧组到太空实景拍摄，就连演员中也有架杠太空人。самое сложное это было играть какие-то эмоции, потому что ты прекрасно понимаешь, что сейчас совершенно другое состояние, и когда требуется играть страдания, когда тебе хорошо. Вот это уникальная возможность за 200 рублей оказаться в космосе.俄罗斯打造全球第一部在太空实景拍摄的电影，描述一位医师到国际太空站拯救受伤的太空人。2021年10月，剧组登上国际太空站，在真实太空人的帮助下拍摄了12天。У нас очень немного видео, где можно понаблюдать за женщинами в космосе.Но американских астронавток, европейских, достаточно много. Я за ними наблюдала и обратила такое внимание, что когда волосы немножко вьются у девушек, у женщин... 电影预计4月20号在俄罗斯跟塞尔维亚上映，月底再登上中东大荧幕，目前也在洽谈进军中国市场。不过观众买不买账还有待票房出炉。影星汤姆·克鲁斯也曾在2020年宣布要前往国际太空站跟 NASA 合拍电影，飞上海拔400多公里的太空实景拍摄，将电影产业带往全新高度。第二号编译。